Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы с вами выполним задание из упражнения 192. Нужно рассказать о главных и второстепенных членах по плану. Первый вопрос. Какие члены предложения являются главными? Ответ. Главными членами предложения являются подлежащее и сказуемое. Второй вопрос. На какие вопросы отвечает каждый второстепенный член? Ответ. Дополнение отвечает на вопросы косвенных падежей. Определение отвечает на вопрос «какой», «чей», «который». Обстоятельства отвечает на вопросы «где», «когда», «куда», «откуда», «почему», «сколько», «как». На этом все. Спасибо за внимание.